Так, сейчас еще отзвонить надо. Мир вам, Игнат Тихонович. С миром. И все братья. Виталий Викторович. Давайте начнем. Ну все, 6 человек, по-моему, да? Еще никого больше нету? 6 человек. Вот так. Ну что, начинаешь? Благословясь. У нас тут сестра одна очень сильно заболела. Это наша Алевтина, дочка из Потеряевки, Женя Янчука, жена Людмила. Увезли в больницу в тяжелом состоянии. Она просит помолиться. Татьяна через нее была, чтобы знали. Но дело что такое, вот я сегодня получилось так, что вынужден был, просто вынужден говорить проповедь о развлечении духа. 1 Коринфян 12:10. Потом еще раз посмотрите. Это тот самый дар, от которого все остальные меркнут. Мир вам. Вот вы просто имейте это в виду, потом посмотрите. И сейчас будете, когда говорить, смотрите на глаза человека, как говорит, стоит ли ему говорить. Маленько просите у Бога вразумления. Быстро бы отступить, пока не успел он заматериться. Развещайте духов, а не просто говорили не устраивать. Явно ничего нету, и молчать не надо. Прям с первой же минуты показывайте Библию. Вот книга, по которой мы говорим. Не старайтесь, чтобы вас увлечь. Не поминайте никаких книг, никаких... Ничего, только одно. Ты христианин, евангельское слово несу. Все. Поехали в путь. В добрый путь. Я отхожу. С Богом. С Богом.